Есть. Получил, ребят, ручное управление РУ-2 Белоруссия, Сергей. Ребята изготовили в Балашихе. С Балашихи. Женя передавал. Вот скрываю. Интересно, как, что, чего с сыном вдвоем. Так. Это вскрыли. Это... Стой. Значит, смотрим, что у нас есть. Есть РУ Комфорт. Или РУ. Не РУ Комфорт я заказывал. Инструкция есть, как и говорил Евгений. Будем изучать. Телефончик их, Москва, Балашиха, ребята. Так что, если кому-то интересно, сертификат на изделие. Это показал, да? То есть, ребята работают как заводское. Так. Теперь показываем, что у нас пришло. Так, это, я так понимаю, оплата. Одна штука, РУ Комфорт. Оплачено. Так. Это в сторону. Значит, что у нас пришло? Так, здесь ничего. Пришла сама ручка. По-быстрому открою. О, какая козырная ручка будет нажиматься с кожаным, как чехлом, говорил Гений. Сам рычаг и скрепление мата. Так, есть. Теперь планка, я так понимаю, для сидушки крепить. Ну, это будем по инструкции смотреть. Вот такие вот рычажки. Переходнички или что тут для педали, я так понимаю, все, будем разбираться. Вот такая вот трубочка с пружинным механизмом, все тут. Вот такая вот на шарнирных этих самых с пружинкой, возврат, все так есть. Что у нас тут еще? Чехольчики, я так понимаю, на трубку. И запаянный комплект болт с костросиками. Два длинных, короткие, шайбочки. Тут не знаю, сколько количеств. И, я так понимаю, тросик. Все, ребят, теперь будем изучать инструкцию и готовиться на установку на машину. Машина у меня Skoda Octavia. Универсал, коробочка, автомат. Как установим, так покажем. Оборудование, вот оно. Вот это заказывал. РУ-2 Комфорт. Всем